В Одесской мэрии нет документов, подтверждающих факт купли-продажи городского дома приемов. Как сообщает ряд одесских интернет-изданий, они были изъяты следователями Генеральной прокуратуры еще в начале октября. Как сообщает ряд одесских интернет-изданий, в департаменте коммунальной собственности отсутствуют документы, договор на право купли-продажи городского дома приемов на Гагаринском плато. Как указывают в самом департаменте в официальном ответе на запрос журналистов издания «Смотри», все документы были изъяты следователями Генпрокуратуры еще 5 октября нынешнего года. Причем тяжело не отметить, что отсутствие документов и присутствие следователей не помешало этот самый дом приемов смешать, что называется, с землей, то есть снести напрочь несколько дней назад. Любопытно, что этот отсутствующий ныне в департаменте договор был в свое время оформлен супругой одного из депутатов горсовета от фракции «Доверяй делам». И как отмечает на своей странице одесский общественный активист Игорь Елин, по странному совпадению она же оформляла договор на аренду земли с компанией, которая собирается застроить летний театр. Совпадение? Не думаем.